Тверскую область пришли настоящие осенние холода. Причем синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры воздуха. Поэтому самое время для покупки демисезонной обуви. Например, на ярмарке, которая работает в торговом центре «Олимп». Несколько десятков моделей мужской и женской обуви производства России и Белоруссии представлены на ярмарке, которая работает в ТЦ «Олимп». Обувь изготовлена из самых качественных материалов, как эко-кожа и прессованная кожа. Представлены как осенние, так и зимние модели. Вся обувь имеет долгий срок службы, хорошо переносит погодные условия, подойдет как раз для нашей мокрой осени и зимы. Учитывая наступившие холода, ботинки и сапоги расходятся, как горячие пирожки. Причем уже можно выделить и самые популярные у покупателей модели. У них плотная подошва, что подойдет для нашей осени, для нашей зимы. Внутри подкладка из эко-меха, надежная молния и единое тело ботинка. Соответственно, ботинок не будет промокать и будет служить в плохую погоду. Всю эту обувь по доступным ценам можно приобрести на втором этаже ТЦ «Олимп». Ярмарка работает ежедневно и без выходных.